Упс. Время 8 утра 30 минут. Я сегодня на другом автобусе. Еду на пляж. Вышла около Вайкики магазина. И теперь с трассы D400 заворачиваю во дворы. И вот эта дорога прямая меня должна довести прямо до пляжа. Вот и проверим. Город еще спит, несмотря на то, что среда. Ой, ветрено, ветрено, мои хорошие. Наверное, будут волны. Я все мечтаю вас покупать в Средиземном море. Смотрите, сколько деревьев здесь. Вообще в Мерсине хорошо, удобно, что все дороги с трассы D400 ведут к морю. Все дороги. Вы здесь вообще не заблудитесь. Вот как-то так. Везде контейнеры стоят для БУ одежды. Смотрите, здесь пилатес-студия. Проходим прямо в доме на гириш-этаже. Вот такая вот студия пилатес. Можно прийти заниматься. А мы идем дальше. Смотрите, какая красота. Цветочки. Такой вот парк. Можно посидеть в беседке. И здесь опять же контейнер для БУ вещей. А мы идем дальше. Ну вот, я вышла к магазину Carrefour. Обычно на 76-м автобусе я вот сюда вот приезжаю на остановочку. Перехожу дорогу и иду к морю. А сегодня я не стала ждать 76-й автобус. Села на первый, какой подошел. Подошел 28-й, который едет в Теджа. И вот я доехала по трассе D400 до Вайкики. Вышла и по прямой, по дворам пришла на свою остановку. Чтобы я стояла у себя на университетской минут 10-15, ждала 76-й, что я приехала и прогулялась эти 10 минут. Вот как-то так. Все, переходим и идем к морю. С утра уже работают, видите? Контейнеры мусорные чистят. Ну вот уже финишная прямая, вот уже море. Люди идут с пляжа, а я только на пляж. Мои хорошие, неужели штиль? Неужели штиль? Благодать! Григорий уже занял шезлонг. Ой, хорошо иметь друга, который рядом живет, придет пораньше, займет шезлонг. Пожелай мне удачи. Давай, аккуратно. Оставляю Григория кушать черешню, мои хорошие. Я все-таки решила вас искупать. Сегодня такая погода непонятная. Непонятная. Утром проснулась, вообще была такая туча. Я думаю, да ну нафиг, не пойду. Боже, какое блаженство. Какое блаженство. Благодать. Господи, благодать. Мои хорошие, загадываем желание. Кайф, просто кайф. Волна, волна. Волна. О, волна. Ну все, мои хорошие, я вас купаю в Средиземном море. Ой.
волна подняла нас. Ой, классно. Ой. Так что я увидела тучку и думаю, так, идти мне плавать на море, не идти. А потом думаю, это же не Эстония, это же Турция. Здесь тучка на полчаса. Посмотрела прогноз, плюс 33. Солнце в облаках. Думаю, ну и чё, газель. Вода-то теплая. Думаю, пойду вас купать, мои хорошие. Боже, блаженство. Боже, блаженство. Очки Панаму на берегу оставила. Ой, класс. Просто класс, мои хорошие, всех вас купаю. Родителей своих, дочку старшую, подружек, куму, Иришку, Натика из Питера, девчонки. Купаю вас в Средиземном море. Класс! Видите, нам убирают. Ой, наплавались мы. Наплавались, просто благодать. Два раза по минут 40 в воде сидели. Одела панамку, надела очки, мои хорошие. Хоть и облачно, все равно солнышко припекает. Вода просто блаженство, просто блаженство. Я, как всегда, с Григорием подошла, еще соседка Григория, Анна. Так что мы в большой нашей дружной компании плаваем в море, общаемся, болтаем. Вот завтра четверг, завтра будут результаты экзамена у Маруси. И мы планируем собраться, это дело отметить. Сейчас прогуляемся, Григорий кое-что вам расскажет. А я покажу, да, Григорий, куда мы идем? Машину снимать, да? Вот что это за машина, Григорий? Вот что это такое? Это, скорее всего, дезинфекция ливневки. Там собираются мыши, там постоянно влажно. Собираются крысы, мыши, комары, жуки, мухи. И своего рода дезинфицируют. Ага, из трубы какой-то белый, да, дым идет. Да, какой-то дым. Работает компрессор. И вот существует тяга. Сейчас с моря дует ветер в сторону города. И вот он сквозняком засасывает. То есть это получается травят, да? Это травят. Да. Выкуривают, травят. Но это для нас с тобой не вредно? Нет, для нас не вредно, если не дышать этим. А лучше держаться подальше. Все, пойдем подальше. Пойдем гулять. Туда-сюда, вот так вот и гуляем, мы загораем. Вот Григорий рекомендует. Сколько стоит микросин? 48 лир. Вот, мои хорошие. Рекомендуют мороженое ванильное. Все идем в микрос покупать мороженое. Ванильное, да. Когда уж собачка прошла, я решила взять в руки камеру и поснимать. Вот такая вот огромная собачка. Вот такая, видишь? Направляется на нас. Моя хорошая, она встала прямо за нами. Все, все разошлись по домам. Я осталась одна. Я и море, Средиземное море. Лежу под зонтиком, мне хорошо. Наплавалась, сходила, помылась. Ну, потому что. Сейчас высохнет купальник, я не брала ничего переодевать.
и буду ехать в сторону дома. Списалась с Галией. Галия, солнечный привет тебе с пляжа. Завтра жду тебя в гости. Да-да, приготовлю морковный кекс. Будем пить кофе, а может быть даже выпьем вина. Вот, мои хорошие. Вот так вот я провожу время. Вот так вот я вам снимаю контент, работаю. Завтра у нас четверг. Завтра уже будут результаты экзамена, Маруся. Поступила, не поступила. Господи, держим кулачки. Вечером выйду к вам в прямой эфир, все расскажу. Так что присоединяйтесь. А вчера мы с Маруськой ходили в зоопарк. Сначала мы пошли с Шанелькой к ветеринару, сделали Шанельке прививки. Значит, мы сделали от паразитов, от клещей и сделали прививку от бешенства. За все цена была 1700, и нам сделали скидку Индерим 1500. 1500 лир вот за эти прививки. А потом мы пошли в зоопарк, мои хорошие. И помните, я вам рассказывала и показывала в прошлом видео, что сейчас для ваших питомцев, видимо, это и раньше было, но я почему-то не обращала внимания, есть специальные коляски для домашних питомцев. Так что мы посадили Шанельку и гуляли вместе с Шанелькой по зоопарку. Боже мой, посмотрите, какая прелесть! Посмотрите, кто здесь сидит. Шанелечка, с кем ты будешь кататься? Ты мой красавчик. Ну что, мы взяли такую классную коляску для Шанель. И будем гулять в зоопарк. Тут пеленочка есть, если что. Такая вот красавица. Она, конечно, не поняла еще, какое счастье. Такое вот платьюшко, думаю, померить ей, красавица моей. Сидит такая, смотрит. Короче, такое вот красивое. Да? Смешная ты, сюда вот поводочек. Красотка. Ей очень идет лиловый цвет. И красотка моя. Ну все. В этом магазине, видите, скидки на лосьоны и на жидкое мыло. И мы сейчас взяли вот это клубничное мыло. Очень вкусное. И Шанелечки Маруся подарила аж две игрушки. Наконец-таки дождалась, что у нас на университетской стали продавать мидии. Вот такой вот у меня ужин. Посмотрите, наконец-таки мидии. Я их подогрела в микроволновочке. Ну и вино. И звезды в Африке. Мне очень вкусно, очень вкусно. Так что вчера мне повезло. Я вчера наелась наконец-таки мидии. Удовольствие, мои хорошие. Одна штука стоит 10 лир. Я купила 8 штук, заплатила 80 лир. И две мидии мне дали в подарок. Здесь так принято, всегда дают в подарок мидии. Вот. И потом позвонили мои соседи. Это Александр. Я цветы их не поливаю, пока они живут в Москве. И они приехали. Привезли мне гостинцы, мои хорошие. Боже, снова колбаса. Я счастлива, мои хорошие. Так что они зашли вчера. Теща, жена, Александр. Я показала им мою квартиру, ну, потому что не видела теща мою квартиру. Предложила вино, мы выпили вина, поболтали. Ну, так что скоротали вечер. Вот так я провела вчерашний
вечер, мои хорошие. И вот утром я проснулась, 7 утра. Вчера вечером уже договорились с Григорием, что я приду на пляж, что он займет мне место, шезлон. И я тут. Ой, сейчас уже буду двигаться в сторону дома. Мне еще надо зайти будет в магазин. И буду готовить обед. Не знаю, что буду готовить на обед, мои хорошие. Ничего, курицу не разморозила. Даже ума не приложу, что же я буду кушать. Вчера угощала своих соседей блинами с ветчиной и сыром. Угощала салом, чипсами, вином. А на обед что буду? Не знаю, может, сардельки? Может, снова сардельки? Как-то так.